Да их там летит что-то 40-50 сразу. Им уже не привыкать зачитывать тексты на профессиональный микрофон. Сменить привычный амплуа журналиста на театральные роли предложили корреспондентам телеканала Юргу ТВ. В рамках кампании «Урал Сталинграду» студенты факультета журналистики готовят к выпуску радиоспектакль на историческую тему. Три новеллы расскажут о героических подвигах солдат Красной Армии в битве за Сталинград. Наши спектакли о трех самых значимых битвах, и даже не битвах, а событиях, которые произошли во время Сталинградской битвы. Это бомбежка Сталинграда, когда немцы разбомбили практически весь город. Вторая часть – это крепость Павлова. Это дом, который держался на протяжении 2 месяцев, и они, советские войска, не сдавались, несмотря на огромный натиск немецкой армии. И третья часть – это уже непосредственно, когда советская армия пошла в наступление и разгромила вермахт. Мы писали сами спектакли, мы сами придумывали роли и все прям сами описывали, и все действия, и все диалоги. Когда ты переживаешь сам через человека какого-то, через солдата, ты больше ощущаешь и больше понимаешь, что такое война. К постановке радиоспектакля авторы готовились в течение нескольких недель. Работали с архивными документами, читали солдатские дневники и прессу 40-х годов. Обнаруженные факты дополнили сценарий исторической постановки. Готовую версию радиоспектакля авторы отправят на мультимедийный фестиваль студенческого творчества «Сталинград 3.0».